Привет, игроманы, и сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Russian Crime. Блин, только думал, лишь бы не забыть название, и тут я его забыл. Настроек, English, русский. В смысле, я поставил русский, а Play More Games, Raid Games не изменились на русский. Это же не русский язык, правильно? Кнопочка с магазином. И это все нужно донатить, да? Мне перекинуло в главное меню. Ну ладно, давайте нажмем play. А игра все-таки называется, вспомнил, Russian Crime. Топ заставочка. О, тут уже по-русски. Кто-то прикончил моего брата. Я должен выяснить, кто этот негодяй, и отомстить. Мне понадобится хорошая пушка. И машина, думаю. Слишком резко, а? Я кручу тебя на 360. Остальные на проводе за моего брата повисят. Это его... вырубить с вертухи. Это его ударить. Пацан, покажи свое лицо. Кто ты такой? Ты кто такой? Я тебя не знаю. Приятно познакомиться. Так, все, давайте и сюда пройдем. Есть чувствительный, настройки чувствительный. Понятно, нету. А что тут паренек стоит? Мне к нему нужно подойти? А, женщина, простите. А, вы, наверное, хотите меня ударить за то, что я вас парнем назвал? А я буду первым. Ух ты, тут даже это, из нифига себе. Я самый сильный, ведь я могу вырубать женщин. А что я беспомощный, не могу подпрыгнуть? Печалька. Блин, настолько резкое управление. Блин, хочу второй раз чихнуть. Ну ладно, спасибо тем, кто сказал мне «будь здоров». Апчхэй. Я пешком буду ходить? О, Лада Грант, а ну и стоять. Да, она быстрее, как ни странно. О, у вас не так престижно, как Грант, она сойдет. Посмотрите, какое здесь все резко. Я специально отошел от этого возика, чтобы посмотреть на его анимацию колеса. Ее нету, кажись. Что это? О, семерка. О, да ладно, здесь так можно сделать. Ух ты. Камеру, естественно, поворачивать нельзя. И менять настройки управления автомобилем. Понятно теперь, почему этой игры нету на iOS. Недостойно. Вот бы мотор-допод был на iOS. А ну еще посмотрим анимации колес на вот это вот семерке или это пятерка. Я не хотел это сделать, сорян. Но тут нету, да, этих реальных повреждений. Стоям, по фарму это ВАЗ-2101. Да ладно, колеса крутятся. Крутятся. И так не понять, сколько... Здесь один, пять полос и... И чья та полоса, по которой я сейчас еду? Та, которая посередине. Что это?
Блин, я хочу у вас 21.01, мне она больше нравится. Не хочу у вас. Они хотя бы бежать не умеют, нет? А я все равно лицо не видел. О, клыки на бампере. Может, это у вас 21.011? Приора, Волга. Ну, мне по душе именно копейка. Не знаю почему. Наверное, потому что эта машинка есть у моего дедушки, и все. Вот бы у моего дедушка другая машинка, даже, наверное, если бы УАЗик, то я бы... Мне больше было бы по душе УАЗик. А звуки у всех одинаковые, да? И как мне разобраться, что мне делать с... Как мне узнать, кто убил моего брата? Ладненько, допустим, у меня есть машина. Значит, у меня типа есть уже жилье. У меня здесь нету квартиры, да? Как резко завернула эта пятерка, вы видели? Блин, я не успел разглядеть решетку радиатора. Или это семерка была? Приора. Пятнашка или 14-я? Блин, не увидел, не успел увидеть зад. Приора, приори, от души братуха, от душа-то в душе. Вот, реально, игра сделана на отвали. Даже спидометра нет. А карта рабочая? Нет, на нее нажимать я не могу. Стоп-сигналы тоже не работают. И это, кстати, разработчики Opana Games, вы представляете? Ну как так можно было допустить, разработчики? А ну, сможем загнать всю эту нашу ласточку беленькую на СТО? Ну, на эстакаду. Покинуть машину, я сказал. Смотрите, как с разворота. А под низом у нее все размыто. Не бито, не крашено. Мылом приукрашено. Допустим, что ты на небесах летишь? Что ты по небу ходишь? Ты что, Иисус? Иисусом возомнил тебя. За Иисуса и двор стреляю в упор. А нище, ну, как-никак, но прорисовано. Гаражи хочу хотя бы себе где-то один. А то в машинке хотя бы можно ночевать хотя бы, ну, некомфортно. Но все-таки имеем то, что имеем. Наш костюм делан либо из кожи, либо из именника кожи. Ну, видно так по графике. Что у нас за графика стоит? Ну, не лагает. Раком, раком, раком. По штанах собаки. Какие резкие он шаги делает. Теперь попробуй на стакету забраться. Блин, а серьезно, а как я настолько... Как я теперь сяду в свой автомобиль? Здесь физика ужасная же. Одну звезду. Спокойно, Роман, выход всегда есть. Да садись, тебе говорят. Да, детка, вышла. Никогда больше сюда не зайду, еле выехал. Мне же полиция не ищет, это как бы очевидно. Но все же я типа в бегах. Вот
Блин, камеру нельзя поворачивать. Я как бы я буду соблюдать ПДД. Сейчас поверни. Ладно, поворачиваем. Что-то это Гранта немножко кривовато едет, и скорость очень маленькая, где-то 30 км в час. Здесь разворачиваться нельзя. Я ее задену? Да, задела, она резко остановилась. Ну, твоя вина, будешь знать, как так делать. Стоям, этот звук от... Стоп. А, не. Я не понимаю, чего это звук ударения. Не от бордюра же, а? Да ладно, здесь камера назад поворачивается, когда я даю задний ход. Да, и повреждений нету, анимация колес, вращение колес есть. Это Веста, которая была сзади меня, ну, нормально повернула, плавно, не резко, как-то семерка, которая проезжала. Невидимая стенка, я тебя жду. Поцелуйся с моей копейкой. Ну чё, пацаны, арабский дрифт? А на ходу... Я не сразу смог вылететь на ходу из машины. Ну хотя бы нет такого бага, как в Motor Depot. Типа, что если на ходу полном вылечу, ну, из машины, да, вылечу, по-другому никак не скажешь, то у меня забагуется игра. Но не сразу тоже могу вылететь. Сначала будут такие, типа, резкие анимации. Типа... Типа у меня вообще управления нет в Motor Depot. И чтобы сесть в машинку, нужно обязательно подойти к двери. Этого даже в Motor Depot нету. Это игра совершенно не лучше, чем в Motor Depot. Благо копейку хотя бы заправлять не надо. О, тут даже деньги можно собирать, или я что-то пропустил. Также все, видите, это моя жизнь, да? Там где сердечко нарисовано сверху. Мое ХП. А когда ударяюсь, да, ХП не уменьшается. Из-за того, что физики здесь нет, или из-за того, что эту функцию не доработали. В игру, кстати, ни разу не заходил до съемки данного видео. Тормоза неплохие. Я не хотел проверять, насколько хороши здесь тормоза, просто у меня лопатка зачесалась. Все, я спрятался от злого мира. А, нет, тут окна, не спрячусь, фиг мне. Ни одного припаркованного автомобиля. Но зато игра бесплатна. Так, я здесь нагулялся на этом, в этом спальном райончике. Я хочу уже выехать отсюда. Так, пожалуйста, дайте мне отсюда, я выйду. Да ладно, мусорка здесь есть. Е-е-е, будет где найти хавчик, я же бомж. Это просто текстурка, или могу... Не, могу врезаться. Круто, круто. Опа-на, это что, трамплин? Раза не застрял, ты что, это единственная машинка, которую мне удалось отжать, это во-первых. Во-вторых, я не знаю, где здесь трасса. Где здесь трасса? Машинку вроде угнать легко. Но я не хочу сейчас потерять эту копейку. Ну, типа, да, я не спорю, можно всегда найти другую копейку в этом городе.
Мне что-то спамится, короче. И, ну, я бы реально не хотел бы потерять этот капиндос. Такого белого элитного цвета. Это что, лабиринт какой-то, да? Сейчас нужно крайне бережно с машинкой обращаться, особенно если я нахожусь далеко от трассы. Ведь я здесь просто так машинку никого не сворую. Кого? У бомжа дяди Васи? Аллилуйя! Я наконец-то нашел выезд. Рома возвращается. Эй, Гранта, скажи мне, пожалуйста, в чем смысл данной игры? Ты просто ездишь по кругу, я так запрограммировали, и что? Что мне здесь делать, а? Стоп, что это? Бабличка. Стоп, это не подстава, нет? Даже не хотят сейчас угнать эту машинку, нет? Да фиг с ней, другую найду. Даже лучше. Не, лучше копейки ничего не будет. Она незаменима. Так кажется, по всем характеристикам машина одинаковая. Ну, только внешний вид другой. Сдалека кажется, что забор такой маленький, его легко проехать. Увидите, как резко этот шестерос проехал? Ну, едь. Как здесь мне хпшку потратить, а? Опа, мостик. О, а здесь уже широкая полоса. Может, я выйду из этого города, из этой рашки и пойду лучшую, найду тебе лучшую жизнь? Что-то иногда люди стоят просто на дороге, ну, среди зеленой травы. Разойдитесь, кредитошнота. Вот классика русская, это настоящая гордость российского автопрома. Там трасса еще параллельно идет, а забор снести можно? Да, сейчас, Рома. Главное, что мою копейку снести нельзя. Может, потому что здесь нету физики? Скамейки. Мне сначала показалось, что здесь параллельно справа от меня трамвайные колеи, рейсы. Опа, топ, я же забыл, я же могу выходить из машины. Знаете, куда я садиться? Я не могу садиться на скамейках, лежать, плакать, танцевать, флексить, убивать, покуривать. Я вспомню молодость мою, тоже грешную. Мама, жди меня в мусорном баке. А, дерьмо, а не площадка. Хотя бы графика, ну, графика здесь реально на 4 звезды. На тебе под задник, чтобы ехала бодрее. А что ж с тобой? Физика реально настолько ужасная? Отлично, я пролетел, анимацию потерял. От ужасной физики я анимацию даже потерял. Анимация здесь на 3 звезды.
Да, немножко меня сносит, заносит. О, Лада Веста. Не вас, а ну возьму какую-то современную машинку, которая есть в этом городе. Это, кажется, Лада Веста, да? Не только седан, да? Угадал? Интересно, машинку встречную откинет от стука, нет? Думаю, нет. Да наоборот, у меня она откинула, нифига себе. Это четырка, ну да, она мощнее. Со второго раза удается мне выйти из машины, реально. Лада Веста, стой. Я твой король и ковбой, который тебя оседлает. Красный УАЗик. Ого, как ты резко затормозила, Веста. Самоумная, да? Они вообще здесь умеют перестраиваться, да? Волга! Нифига себе, Волга поплатилась за Весту. Волга, что такая дерзкая, а? Довольно. Так вот, видели тут красный УАЗик? Он какой-то колхозный слишком. Ты туда же! Хватит мою машинку насиловать, а? О, за рулем доктор. Наверное, ехал на вызов. Фиг с тобой. У меня здесь вообще-то видео, обзор, как бы, тест-драйв, все такое, и твои пациенты подождут. Понял, нет? Да уж. Тут остается только мои машинки. Типа звуки повреждения здесь есть. Хотя они иногда непонятны, из какого источника они издаются. Лимоновая семерка, вот это колхоз, ну красиво, красиво все-таки. Ладно, мне нужно залечь на дно, так чувствую. Так, типа, у меня сейчас ДТП, я врезался в столб, вызываю скорую, я пойду полежу там в медпункте, там в палате, это будет еда, вода, а кто за меня заплатит, я не знаю. Мертвый брат, что ли, или родители у меня вообще есть? Ну вообще-то кто-то есть? И вообще, в игре разрабатывается сюжет? Я совсем не обратил внимания, какого года эта игра, да было последнее обновление, и было ли оно вообще? Нет. Скажи мне, что ты только умеешь вертушку раздавать и машинки угонять, да? Супербоец, блин. Пойти тебе нужно в рестлеры или хотя бы в таксисты. Водишь ты отменно. Ладненько, вот такой вот был видос. Да, еще будет посмотрю информацию о данной игре. Может, что-то реально я так делаю, можете подправить комментарии, если что. Окей, спасибо, что досмотрел этот видос. Тебе огромный респектос. И себе подписка, лайкос. А я с тобой прощаюсь и говорю до свидос.